поймал мяч, и быстрая контратака может получиться, пас на Криштиану, он в результате в верховую дуэль вынужден вступить, и опять за горчишником лезет арбитр, Криштиану его получает, возмущается, ну и трибуны, соответственно, тоже свистят, ну нехорошо, конечно, вышло, скоки лежащим на газоне, Криштиану недоумевает. Не Коти это был, это Хавьер Монтильо. Ух, как неудачно приземлился, но жестко здесь пошел Криштиану, а вот посмотрите, какое было приземление, там на шею даже вот упал и...